Торговля, конечно, тоже занимает очень важное место. И главы наших государств, они тоже обращают на это очень большое внимание. И в этом году двусторонняя торговля между Китаем и Белоруссией тоже сохраняет хорошую тенденцию развития. Например, первая половина этого года вот рост составляет 76%. И объем двусторонней торговли уже составляет 2 миллиарда. И здесь отмечается хорошая тенденция, то есть сельскохозяйственные продукции, особенно говядина и другие продукты из Беларуси уже экспортируют в Китай с большим развитием. А вот в этом отражаются плоды.